Любви все возрасты покорны, особенно если это любовь к конькам. Масштабная акция «Один лав-каток» уже в третий раз собирает на льду не только молодежь, но и представителей старшего поколения. Несмотря на почтенный возраст, сегодня Мирон Васильевич весел и полон энергии. Вместе с внуками осваивает коньки. Не как профессионал, но пробуйте свои силы. Ну, удачи вам, удачи! Почувствовать себя фигуристом в этот вечер мог любой желающий совершенно бесплатно. Организаторы подготовили для гостей масштабную развлекательную программу, конкурсы и подарки. Сегодня у нас удивительная программа, ведущие, зажигательные ведущие наши, конкурсы, призы, подарки. У нас очень много замечательных партнеров, и каждый участник не останется без подарка. Также у нас в фойе стоит пресс-зона, на которой все будут фотографироваться и по итогу выкладывать свои фотографии с хэштегом, и после у кого больше наберет лайков, тот получит приз. У нас приходят молодые семьи с родителями, приходят дети с родителями, приходит более взрослое поколение, поэтому, в принципе, ограничений нет. И все-таки, так как на этом катке люди могут познакомиться, поэтому у любви нет границ. Активное участие в подготовке и проведении ледового праздника приняли одинцовские волонтеры. Юноши и девушки из молодежного движения «Надежное поколение» регулярно помогают в организации районных мероприятий. Ребята на данный момент, на данном мероприятии занимаются, они при входе меряют трафик, дают людям браслеты, стоят на прокате коньков, следят за порядком, также помогают у бортов людям, которые не умеют кататься, в раздевалках, в общем-то, на них самая большая помощь. Лед, коньки, веселая музыка и приятная атмосфера. «Один лав-каток» с каждым годом привлекает все больше поклонников фигурного катания. А любовь к здоровому образу жизни становится визитной карточкой одинцовцев. Спасибо городу Одинцово за такой прекрасный праздник, который нам организовали. Это просто супер. Мы имеем возможности покататься, поучаствовать в конкурсах. Все замечательно. Спасибо. Екатерина Ярова, Алексей Лагутин и Артем Ломоносов. Телекомпания «Одинцово».